Хранители истории и ценных документов открыли второй архивный фестиваль. Торжественное мероприятие с участием первых лиц города состоялось в Карамзинском зале дворянского собрания. Фестивальная программа состоит из мастер-классов, экскурсий, выставок ценных документов и уникальных фотографий. Самое интересное должно произойти в пятницу 13-го. С 17:00 до 21 часа пройдет акция «Ночь в архиве». Мы показываем наши уникальные документы. Мы рассказываем о том, как они хранятся, и пускаем наших посетителей в архивохранилище. А для того, чтобы было ясно, в обычном режиме в архивохранилище имеет доступ всего 2-3 человека. Глава региона наградил лучших работников архивной службы ценными подарками и благодарственными письмами. Сергей Морозов напомнил о том, во имя чего трудятся наши архивариусы. В этом году президент Владимир Путин возложил на специалистов особую миссию. Он уделил значительное внимание архивным первоисточникам, возложив на архивистов важную миссию – борьбу с фальсификацией истории. В честь приближающегося юбилея Великой Победы в России будет создан комплекс архивных документов. В комплекс войдут хроники, личные дела и документальные фотографии, которые будут иллюстрировать только достоверные факты. К исполнению задачи наши архивисты уже приступили. Второй архивный фестиваль проходит под эгидой «Годы памяти и славы». Эту тематическую линию утвердил президент Российской Федерации. Также мероприятие входит в неделю нацпроекта «Культура». Виктория Черкова, Данил Сурков, новости Ул-Правды ТВ.